Сотрудники уголовно-исполнительной системы принимают поздравления с профессиональным праздником. Он приурочен к годовщине основания ведомства. 142 года тяжелой, важной и опасной работы Федеральной службы исполнения наказаний отметили сотрудники ведомства по всей стране. А в Новгородской филармонии сегодня собрались представители практически всех учреждений региона, чтобы услышать поздравления от руководителей и подвести итоги года. Этот год, я бы сказал, был более сложным, чем все предыдущие, учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку. В учреждениях мы это также почувствовали на собственном опыте, насколько это... Иногда некоторые моменты нам давались достаточно нелегко, но можно сказать с уверенностью, что с достоинством все справились. Полученный опыт, безусловно, закалил сотрудников уголовно-исполнительной системы, поэтому теперь непростые условия работы будут уже чем-то привычным и никак не затруднят исполнение служебного долга. Ведь именно таким образом и накапливался профессионализм службы исполнения наказаний на протяжении 142 лет. Ваша служба имеет... очень долгую историю, уходящую в глубину веков. Уже в 11 веке имелись остроги, имелись ямы долговые, имелись тюрьмы. При этом исполнялся закон, писанный в русской правде. Кроме развлекательной программы, которую подготовила прекрасная половина ФСИН, сегодня в честь профессионального праздника наградили самых выдающихся сотрудников ведомства. Не забыли также поблагодарить ветеранов и вспомнить павших в спецоперациях бойцов.